Витражные окна, второй свет, благоустроенная территория. В микрорайоне Центральной в Заволжье на завершающий этап выходит строительство спортивного центра для детей. В двухэтажном ФОКе смогут тренироваться дети от 6-7 лет. Была проделана большая работа с жителями округа. И проходили, собирали подписи «за», «против». То есть большинство поддержало нашу, как говорится, идею, мысль. Мы обратились тогда к губернатору Алексеевичу Русских, он нас поддержал. Основной упор в новом учреждении сделают на развитие борьбы. Заниматься ребята будут в большом зале площадью более 700 квадратных метров. Кроме этого, откроются секции по гимнастике, шашкам и шахматам. У нас есть как бы женская борьба, греко-римская, вольная борьба. То есть здесь виды секций будут представлены, поэтому ждем и девочек, и мальчиков. Всех с удовольствием встретят высококвалифицированные профессиональные тренеры. Подрядчики приступили к внутренней отделке, частично провели коммуникации. Строительную площадку осмотрел и первый заместитель губернатора Игорь Эдель. Срок сдачи объекта – 30 июля. У нас двухэтажное здание со вторым светом. На первом этаже располагается большой спортивный зал. Там борьба будет. Также есть зал тяжелых тренажеров. Мы в нем сейчас находимся. Есть сауна, с ней комната отдыха, технические помещения. Работы ведут с опережением, поэтому завершить объект подрядчики планируют раньше. Прилегающую территорию благоустроят, установят детскую площадку, уложат безопасное резиновое покрытие. Центр борьбы строят по национальному проекту «Спорт. Норма жизни». Анна Тищенко, Улправда ТВ.